Екатерина Климова, российская актриса, известная по сериалам и драмам, отметила 46 день рождения. При этом Екатерина Климова даже близко не выглядит на свой возраст. Поклонники в шутку связывают это не с пластикой, которой у Климовой никогда не было, а с тем, что звезда предпочитает выбирать себе в пару молодых мужчин. Кейт Аптон, модель плюс сайз и актриса Кейт Аптон ни разу не обращалась к хирургам для коррекции внешности. Все, что в ней есть прекрасного, это подарок природы. Многие не верят девушке, но она не обращает внимание на заявления хейтеров. Анна Семенович. Анне Семенович приходилось сталкиваться с тем же необоснованным осуждением, что и Кейт Аптон. Как и у заграничной красотки, у Анны все натуральное. Конечно, с возрастом актриса, певица и в прошлом фигуристка начала наведываться к косметологам, но это совсем другой разговор. Розарио Доусон. Актриса Розарио Доусон никак не может доказать поклонникам, что выглядит молодо из-за генетики, а не из-за инвазивных омолаживающих процедур. В ее семье всем женщинам удавалось надолго сохранить молодость. Все дело в пуэрториканских и афроамериканских корнях, считает сама звезда. Ариана Гранде. В естественное преображение Арианы Гранде верят единицы. Звезд за пластику давно никто не ругает, но певица наотрез отказывается признаваться в походе к хирургу. Ариана много раз заявляла, что черты ее лица изменились с возрастом, закончился подростковый период, и она расцвела. Равшана Куркова. Многим проще поверить, что Равшана Куркова – ведьма, ведь судя по словам актрисы, пластические операции она никогда не делала. Сейчас российской актрисе уже за 40, но выглядит она поразительно молодо, стройно и эффектно. Билли Айлиш. Когда-то Билли Айлиш была скромным подростком, комплектующим из-за внешности. Но годы шли, и певица превратилась в прекрасного лебедя. Тогда публика связала изменения с операциями. Но Билли не стыдно было признаться в пластике, она просто сменила имидж и научилась любить себя. Кристина Хендрикс. Кристина Хендрикс, прославившаяся благодаря сериалу «Безумцы», гордится своей выдающейся фигурой и говорит, что ее тело никогда не касался ни один пластический хирург. Когда любопытные фанаты спрашивают, настоящая ли у Кристины грудь, они лишь смеются и восклицают: «А разве не видно?»